подпишись, что ты слышал там, что, значит, есть там Америка, ты подписываешься, а потом тебе говорят, с тебя 5000. Почему? Потому что ты акцептовал Мексику. У меня в аресте автомобиль находился с апреля месяца. Принимаю за ценность, возвращаю как ценность. Говорит, наклеил марку. Через 3 дня и говорят, приедьте, заберите автомобиль. То автомобиль отдали. В доме нужно 4, максимум 5 табуреток, не больше. А когда их 6 миллиардов, зачем они нужны? Да еще говорящие. И так между словом, между делом, я им говорю, ну вы же в курсе, что все протокола являются векселями. Я говорю, вы же изучаете вексельное право? Они говорят, да, изучаем. Ну зачем росгвардейцу, который ходит с автоматом в каске, в бронежилете, изучать вексельное право? Вы не можете пояснить? Почти все бумаги являются векселями. Вексель – это долговое обязательство. 2 килограмма – это и будет цена векселя. С протоколами та же самая песня. Любая подпись – этого достаточно для акцепта. Паспорт является безоговорочным акцептом. Детей в школе принуждают – это вообще беспредел. Потому что здесь вексельное право, и оно намного жестче. Управлять своим имуществом, своей жизнью недееспособно, и с ним можно делать все, что угодно. Что такое индосамитная надпись? Прям красной ручкой написал протест. Вот, все кричат беспредел, а по факту в мире все не так. Без закрытия векселем долг перед банком. Наша задача всего лишь этот процесс запустить. Векселем можно сделать все. Это можно применять везде, для любых вопросов, при любых ситуациях. То есть, по сути, ты говоришь, хорошо, протокол, так протокол. И берешь его, оформляешь в свою пользу. Не то, чтобы обманули, просто недорассказали, не научили. Все придумывают вексель. Ты, значит, не хочешь управлять своей персоной. И они как бы берут управление себе. Чеки эти на инкассу, то есть банк должен... Как банки делают, они эти документы перепродают. Да, это 100% подгонка под вексель. Долг перевести тоже можно. Самоопределение. Это вообще самое наиважнейшее. Понизить твой статус до физического лица. Они смеются, понимают. Недееспособны, можно штрафовать. Они проверяют тебя. Понимаешь ли ты? Этот протокол зайдет на ура. Именно на практике должники мои из ЗАГСа. Понимаешь, хотят программу сокращения населения проводить по всему миру. Весь мир готовится. Идет конкретный отсев, то есть будут оставлять тех, у кого есть воля. Векселем можно сделать все. Без закрытия векселем долг перед банком. Ну вот это да, вот это они загнули. То есть, ну надо же настолько хитро все переиграть. Потому что как только это произойдет, все поймут масштаб обмана в масштабах всей планеты. То есть уже кушать не дают людям. То это только начало, я об этом говорил.